В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральная прошел чемпионат Московской области по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие 22 спортсмена из 5 муниципальных образований. Щелково представляли 6. Сейчас очень хорошо развивается стрельба из лука. Очень хорошо развивается также и Щелково, и вот Ирина Владимировна, вот они клубом, они очень нам хорошо помогают и сказали, что они могут взять, провести соревнования. И мы все собрались и проводим чемпионат Московской области, уже 4-й зимний. Елена Крутова – ведущий спортсмен в мировом и всероссийском рейтинге в своей дисциплине. Она постоянно ездит на сборы, на соревнования самого высокого уровня – российские и международные. Такие соревнования помогают, потому что вы видите, сколько много народу. Это чемпионат Московской области, и сколько много людей же на нем присутствует. Это очень приятно, что каждый год людей становится все больше и больше, потому что в конкуренции рождается результат, и другие ребята тоже стремятся, то есть если там на Московской области они берут медали, да, это уже стремление, это уже понимать, что я могу и на России хорошо выступить. Житель городского округа Щелково Виктор Глазков – мастер спорта. В стрельбе из лука среди людей с ограниченными возможностями здоровья он неоднократно побеждал на многих областных и всероссийских первенствах. Виктор занимается стрельбой уже несколько лет. За это время он стал победителем многих масштабных соревнований. Все хотят попасть в десятку. То есть как бы это тренировочный процесс, на стрел надо иметь хороший. То есть стрелять, чтобы постоянно было в десятку. То есть ты делаешь какие-то перерывы, и тебе сразу будет тяжело попадать. То есть в любом надо стрелять постоянно. То есть это работает. Чем больше работаешь, тем лучше результат. Щелковец Виктор Глазков и на этих соревнованиях оказался в тройке сильнейших. У него 2-й результат. 1-е и 3-е места заняли Иван Козлов из Химок и Наиль Гатин из Одинцова. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.